Sasuke, брат. Я Sasuke. Да, я вижу, я вижу. А ну-ка. Новая игра по Майнкрафту. Legends hold great power. They are the dreams we weave. Хочу такую книжку, мне можно такую? Into our shared story. Some legends tell of peace. Нихуя красиво. А можно, чтобы такая генерация была в Майнкрафте в основном? И вот такие бабочки, чтобы там были. Some tell of danger. Minecraft Dungeons 2. And the end of all things. А в чем игра? Будет что-то? Ну, это в каком жанре вообще? But the legends we hold dearest are legends of hope, of creativity. А мне желтого Элея можно? And of bravery. And friendships. That change the world forever. This is the legend of a united overworld. Блядь, вот один корец какой-то, что ли, блядь? United by you. Нихуя себе! Но такого дерьма я не ожидал. Блять, это что-то типа на уровне Геншина, Ведьмака, такой... РПГ, блять! Блять, я крайне... Нихуя себе, в 2023 выйдет? Нихуя себе! Прикол. Так, подождите, тут есть... Новая игра от Mojang Studios, Minecraft Legends. Стратегическая игра, которая была анонсирована на трансляции Xbox. В ней игроку предстоит исследовать мир от третьего лица, защищать поселения и бороться с орденами, ордами пиглинов. Охуеть. Игра рассказывает историю о том, как жители Верхнего мира собрались, чтобы отразить вторжение пиглинов. Блять, подождите, но я, ну, я могу подсказку оставить жесткую, ну вы охуеете. Как остановить вторжение пиглинов? Короче, они вторгаются, и ты ждешь 30 секунд, и, короче, они превращаются в зомбифицированных пиглинов, и вы все похуй, короче. И, ну, как бы это нормальная тема, и для них там, типа, воздух, это яд, так что все нормально. Так. Только вы сможете помочь мобам защитить свой дом. Все события в игре — это часть истории, которая передавалась от одного деревенского жителя к другому. Никто не знает о герое, объединившем верхний мир. Все, что осталось, могущество... Блять, ну нормально. Игра выйдет в 23-м году. Трейлер прикреплен к посту ниже. Так, и подождите, я еще раз хочу зачекать вот именно вот такие всякие моменты. Мне постройка интересна. Вот это прикольная хуйня. А, типа LA желтые за тебя строят. Нихуя себе. Бля, нихуя. Мне не нравится как-то стилистика, знаете, вот этот комиксный, видите, с черными вот этими обводками везде. Хуйня. Бля, чуть-чуть выглядит чуть-чуть как дерьмо, если честно. Потому что, смотрите, везде, где какие-то бои проходят, это везде какие-то форты. То есть это обычный мир, в котором, типа, форты генерируются, и ты просто на них нападаешь, и все. Гля, нихуя! Какие-то, блядь, ходячие стрелялки, стрелы. Ну вот это прикольная хуйня. Геймплей хочу. Вот это очень красиво, на Зельду похоже. Как это? Legend of Zelda, то что на... Вот тут уже мне не нравится, потому что не так ярко и очень как-то странно. Вот видите, трава, вот этот комиксная обводка, по-моему, ну, стилистика не особо. Так строить прикольно.
Бля, нихуя, но то, что с собой можно брать толпу, и она будет разъебывать, это прикольно. Экшн-стратегия, хуй пойми, это нихуя не Ведьмак, это реально ты просто по полю боя бегаешь и отдаешь задания. А я в эту игру играл, я забыл, как она называется, я ночные стримы по ней стримил, где ты типа со своей армией ходишь и тоже дерешься. И мне вот это вот нравилось. Ну да, может быть, что-то около Варкрафта, но вообще прикольно, но знаете что? Видимо, это фулл одиночная игра, странная хуйня. Я не, ну, а как с друзьями в это играть? Скорее всего, это фулл вообще одиночка. Прикол. Да, в Mountain Blade. Да. Ну, вот сейчас. Вот. Зацените. Вот тут тоже ты, типа, всякие команды отдаешь и армию управляешь. Но тут, понятное дело, то, что армии всяких побольше. Но, блядь, если это будет в таком стиле, то мне, на самом деле, очень нравится. Это прикольная тема. Это было круто. Но мне еще нравилось то, что, ну, твой персонаж, он не намного сильнее всех остальных. А в трейлере Майнкрафта там персонаж прям реально намного сильнее был. Зацените, он вокруг себя здесь где-то толпу разъебывал прям. Сейчас покажу, где. Вот здесь. Он прям, видите? Ну, вот эти помогают, они такие чисто на подсосе. Но персонаж больше всех разъебывает. Но вот такие вот это всякое прикольно, то, что ты себе отряды набираешь. Если реально надо будет регулировать отряды и снимать, допустим, видосы о том, как крутую тактику построить, то это реально прикольная тема. Глянь, он их... Видели? Он их пустил? Сейчас. Вот, он их пускает вперед, а сам назад отвечает. Он им дал задание, вот оно, видимо, вот эти вот зеленые. Бля, ну мне... Я заинтригован и заинтересован, на самом деле, реально прикольная тема. Но, скорее всего, будет хуйня, как всегда. Блять, я прям даже что-то, ну, призадумался. Нихуя себе. Блять, ну я очень надеюсь, то, что у них получится игра. Но, скорее всего... Нихуя не получится. Ну, блять, просто по опыту... ну, у меня есть теория, то, что фанаты Майнкрафта, они не готовы потреблять ничего, кроме Майнкрафта. Даже если это называется Майнкрафт, то они, заметьте, там, типа, Майнкрафт-землю вообще, ну, типа, не схавали. Майнкрафт Данженс вообще не схавали, блядь. Всем, ну, похуй было. Хоть это как бы в твоей любимой вселенной, ты задрот Майнкрафт. Короче, вот хуй пойми, блядь. Такое чувство, что, ну, всем будет как-то похуй. Но с виду вроде как потенциально прикольно. Но вот мне Майнкрафт Данженс зашел, но я его когда стримил, людям было вообще поебать. Они его не смотрели. Топовые обзорщики на Minecraft Dungeons даже обзор не делали, хотя вроде тоже как бы хайповое событие. Это какой-то ебаный Mountain Blade, блять, только в Майнкрафте. Ну, блять, час назад это было актуально. Так ебать, они же свою атмосферу на поверхность выкидывают, ты не видел, что ли? А, видел, ты просто байтишь, ладно.